полиция Гватемалы провела серию рейдов, в ходе которых арестованы подозреваемые в контрабанде людей. По данным прокуратуры, задержанные причастны к перевозке в Мексику 15 мигрантов, которые затем были убиты. Арестованы 10 человек, в том числе предполагаемый лидер криминальной группировки. В январе прошлого года обгоревшие тела застреленных мигрантов были найдены на севере Мексики вблизи границы с США.